Но я не буду удваивать, но я беру карту. 16 становится, и у меня 17. Нет, больше не буду брать карту. Да, у меня 17, у него 11. Сейчас десятку возьмет. Блять, он взял десятку, чуваки. Пиздец, пошел ты в пизду. Я так голоден, что человека съел. Он взял десятку, когда ему нужна была десятка. Это бред. Могу я вам чем-то... Я уверен, что мы... Ну и дичь. Пятерочка. Ха-ха. F8, имущество. Вещи. Подарки, шоколад. Ебаный. Применить. Блять! Отстань! Я люблю тебя. Не улавливаю. Сука, ну и хуй с ней, короче. Проебал один шоколад. Насрать. Все, можно валить отсюда. А, нет, пойдем сначала. Пойдем сначала к камню. Блять, вот такой вот монитор. И я вот так вот к нему сижу, блять, лицом. Я не могу заметить иногда некоторые вещи. Я просто не могу. Там вот такой вот монитор, и я сижу вот так вот к нему, блядь. И он мне пишет, проебал, блядь, лопату. А я не вижу ее, блядь, я же ее не вижу. Я смотрю в другую часть этого монитора. Чуваки, вы же понимаете, вы же должны понимать. У вас стрим на маленьком экранчике, возможно, типа на телефоне на каком-то. Я нихуя не вижу. Я ебу, что ли, типа? Поэтому не заметить иногда какой-нибудь предмет. Прочитал то, что ты написал, но не понял нихуя из того, что я прочитал. Тянка какая-то с парнем рассталась. Ну, выеби ее тогда. Не знаю, типа, набухай, выеби ее тогда. А вот, в Эпикене есть зонт. Чекаем. Что там, что там, что там? Блять, тут вообще нихуя ничего не было, лол. Просто три стула, блять, лежит, четыре. Ну ладно. Возрождаться тупо. Снова берем гранату в руки. Потому что граната здесь поможет, мне кажется. Да ёб твою мать, блять. Я убил... Я нечаянно убил VIP-персону. Ну похуй, неважно. Это я Малбанцев даже убил, не я. Так, секунду, чуваки, мне нужно срочно поменять. Я не готов. Я не готов. Все, играем идеально теперь. Играем идеально. Минус один. Второй умирает, но его убил другой челик. Кидаем гранату. Пропрыгиваем. Стреляем куда-нибудь. Забегаем в дверь. У, сука. Минус еще один враг. Перезарядка. Берем пистолет. Проходим дальше. Вон челик. Блять. Черт, он слишком сильный был. Это топ-игрок. Топ-игрок мира меня убил сейчас. Ничего не могу. Потому что бункер закрывается. Вы слышите эти звуки? Вот, слушайте эти звуки, ебаные. Поэтому все люди, которые здесь тусуются в данный момент, они ретарды, блять. Которые не бегут в сторону бункера, потому что он закрывается постепенно. И кто-то. И мы все пытаются успеть к бункеру. Я съебаю вот сейчас. Сейчас захожу сюда. Вот он закрывается, друзья. Можно успеть сверху еще залезть, насколько я помню. Давай, блядь. Давай, шлюха. Я залез, я успел. Я в бункере. Шкеримся. Чувак в ахуе не верит, что здесь куда-то зашел. Я убил его, и он сейчас умрет. И он сейчас умрет. Пиздец, я сыграл сейчас ультрамастерски. Но сдох. Но сдох. Я не верил, что здесь, блядь, какая-нибудь крысечка какой-нибудь будет сидеть. В углу. Просто не верил в эту хуйню. Однако, я хотя бы не сдох от ядерного удара. Реальная история, как говорится. Просто бегаю, ебашу монтировкой, но убить никого я не могу с помощью нее. Чел с базукой, просто ебашит мимо и ебашит кого-то другого вместо меня. Полный бред происходит в игре, да, полный бред. Чувак, блядь, просто повернулся и смотрел, как снаряд из базуки летит в сторону. Вместо того, чтобы ему в жопу, блядь, этот снаряд залетел. Найс, минус чел. Башим еще одного. Там чел сзади, за нами лежит с монтировкой. Полный бред происходит. Полнейший. Блять. True story. Один ебучий враг. Кидаем грену. Ложимся, чтобы выжить. Еще раз ложимся сразу же. Иначе пиздец, серьезно. Лили. Так, внизу парни. Профессиональная игра демонстрируется. Где враги? Где враги? Нет, нас тут пиздец сейчас уничтожит, нахуй.
челик. Вот здесь враги, ложимся. Мы на лоу-граунде. Сразу легли, блять. Это пиздец. Невозможно жить здесь. Невозможно быть спокойным. Хоть один ебаный враг. Я вообще не вижу, где они. Ага. Минус один. Так, ложимся сразу же, иначе пиздец. Опять же. Ага, в нас стреляли и промазали. Я убиваю. Я убиваю. Ебать, он умер, наверное, человек. Блять, у меня ощущение, что они все умерли, нахуй. Ебать, там... Да ну нахуй просто, там, блять. Блять. Пизду, блять. Я сам себе режиссер. Тут люди, дети умирают, на каждую секунду, нахуй. Я ебал смотреть, блять, не хочу. Я боюсь такую хуйню смотреть. Тут просто, блять, раз умер, нахуй, на велосипеде. Второй раз пизданул стулом себе в голову. Третий, четвертый, блять. Они только умирают, больше ничего не делают. Ебать, Анале. Ёб твою мать, какое ядро! Это танк! Пиздец! Валим отсюда. Срыгиваем. Чувак, залезай, будем рашить. Черт. Я даже не знаю, что его убило. По-моему, он просто отконнектился. Так, едем прямо-прямо-прямо на танк. Проезжаем мимо, похуй вообще. Блять. Хотел наебать тем, что выпрыгнул. Вообще, тебе часто запоминаются в играх такие моменты. Просто с голыми бабами, блядь. Например, син эпизода, кто-нибудь помнит? Самое начало, блядь, игры. Охуенно, у меня Siri включилась. В итоге получилось, что я сказал: привет, Сина, безотзывной, помнит, сама начало, блядь, играй охуенно, у меня Siri включилась. И она ответила: я слышу, я сделаю вид, что не слышал этого. Иди нахуй. Я сказал син эпизод, блядь, врубил Сири. Бред, бред. Блядь, чуваки, пожалуйста, 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 дайте я взлечу. Блядь. Ребята. Ребята. Ну ебаный в рот. Лол, они врезались друг в друга просто. Блядь, вот лодка новая появилась. Ну что ж я за дебил-то такой, пиздец. Найс, я переместился в нее. Или куда я делся? Что это за хуйня? Да, мы переместились. Все, погнали. Я веду. Как Татьяна отнеслась к такому обращению к себе? Да, я, короче, смотрел клип. зашел ВКонтакте. И причем эта Татьянка спала. Точнее, не спала, а лежала рядом. Я такой врубил клип. Просто бухой. Я там говорю, типа, сейчас шлюх приедет, что-то типа того, блядь, пиздец. И она такая, блядь, про меня, что ли? Я говорю, нет, типа, это, типа, давно было. Но было неловко, да, вот это было неловко достаточно. С вас, парни, чаевые. Спасибо большое, Моника. По баксу с носа. Это вы виноваты, дурая бы из чата. Спасибо большое за 50 ребелсов. Ко мне на встречу бежала одна доедливая девушка. Она изо всех сил махала руками. По-моему, это заново просто. Кажется, совершенно не знала, что этим привлекает излишнее внимание окружающих. Ее зовут... Хуй знает что, блядь. Это заново. Так и должно быть, блядь, что за хуйня? Ну, видимо, да. Ничем не примечательный будний день, похож на любой другой. Написал. Встречаются три анимешника. Первый. Я работал переводчиком аниме. Все такие: о, аниме! Второй. Я такой: я работал продавцом аниме. Все такие: о, аниме! Третий. А я вчера ногу отсидел. Все такие: ну и чё? Как чё? Я встаю, а нога онемела. Все такие: о, онемела! Вот такой вот анекдот.
и чекаю ваши видос. Похуй на заставку, спеши, этносклероз. Деду уже 60 лет. Блядь. Передача время. Так вот. И ушел. О, темный день, когда меня настиг убийца Уиспер. Знала бы, леди, кто ты. Знала бы, как черно твое сердце. Как черна твоя кожа. Оставь меня. Пиздец, чувак, нельзя такое говорить. И ушел, все. Ушел. Пиздец, жестко нахуй. Я думал, это добряк какой-то. Да, ну такая себе заставка, если честно. What you say? Я этого не говорил. Не, так ну. Но сделать-то что-то надобно. Гоу. Полк держивает, да-да-да. Ебать. Секундочку. Не хочу, чтобы они скучали в одиночестве. Никто не заслужил. Бля, опять увидел Фархед в чате. Бля, это страшный момент. Никто не заслуживает одиночества. Никто. Я ебанулся. Вижу Фархед, просто смеюсь, пиздец. Ничего не могу поделать, чуваки, просто ничего. Ебать, там такая жесть происходит на экране. На самом деле. Пиздец. Просто пиздамба, нахуй. Пиздец, просто смотреть на это. С чего начать? Минутку. Мы что, в прямом эфире? Всем привет. Извините, отсюда я не могу читать чатик. Но, пожалуйста, скажите вашему другу, что несколько грубо устраивать трансляцию, не предупредив меня. Для многих это, конечно, естественно. Но я, например, нервничаю перед камерой. Боже. Такое чувство, будто меня приперли к стенке. Ладно. Хотите, покажу фокус? Только я ничего не могу, кроме пары трюков. Готовы? Просто шучу. Все-таки я ничего не могу сделать. Если бы вы дали... Испугались? Вот такие милые. Ну, надо поставить какой-нибудь бит снова. Так. Он будет продолжать это делать? Смешно. Да я лучший рифмоплет в округе. Ты не врубаешься, чувак. Я Гансита, Ганстирито, Аль Пачино и Де Ниро. Крестный отец колумбийского мира. Ну здравствуй, брат. Руинет. Это Жанна Фриске. С голой задницей, блять. И Юлия Началова с сиськами. Нихуя себе. Ну, возможно, эту игру и правда нельзя стримить на Твиче. Что за дед? Давайте посмотрим. Доктор сказал, что от дефицита общения у меня перестанет функционировать печень, так что давайте... Я, конечно, прошел бы мимо, но когда увидел твои глаза... Давайте знакомиться! Этот трюк они у тебя такие выразительные, что даже моя бабушка на него не купится. Хороший облом, сеньорита. Значит, к вашей бабушке тоже нет смысла идти, а? Молодой человек, идите вы знаете куда. Боже, впервые вижу девушку в такой отличной форме. Ты тренер по фитнесу? Сеньор, навязанность — мужское качество. Так что раз...
топ-миссия. Бля, почему она закончилась? Это босс, блядь. Привет, землячок. Хорошая погодка, не правда? Хорошая погодка. Да, погодка, ну, вроде ничего, это самое, хотел тебя спросить. Конечно, земляк. Спрашивай, что... Нет, зачем тебе снова программирование, когда ты не встраиваешь в свою игру механику полета до небес, а просто так там оказывается, случайно. Спустимся от лодки. Ой. Говорит, и вот чуть-чуть перебрали с таймингом, поэтому с альтернативной концовкой игры. Так, говорит, о, все, земли не видно. Тут может быть ваша шутка про плоскую землю. Вы готовы? Поехали! Блин, тоненький очень получился. Иди посмотри, это золотистый цвет. Нет, еще бледный. Еще бледный? Да. Еще бледный. Ты можешь кольцо оставить, я сравнивать буду? Нет. Нет? Спасибо. Так, что ты еще хотела спросить? Наверное, ты хотела спросить, как у меня это получается. Многолетний опыт работы с инструментами на кухне. Даже похож. Настюх, дай списать. Настюх, дай списать. Ну дай списать. Нет, не дам. Ну дай ты что списать. А, подожди, ты же троечница, а я на пятерке учился. Я ровно. Оставь мои косички в покое. Таксички? Косички. Кстати, еще я придумал тут. Переверни без лопатки в натуре! Пацаны! О! А что он не дергается? Его надо отскрипсти хотя бы. Куда пошел? Куда? Смертельный номер. Я батя, я креветки жарил. Вообще изи просто. Как? Блин, мы было стыдно только что. Так, Настя, надо отойти, а то я тебя могу сковородкой задеть. Ну блин, я на ту же сторону перекинул. Аккуратно, он же горячий. Этот, блин, я его съем. Первый раз в жизни блины делал. Первый раз в жизни, вот вы, если боитесь, вы хотите блинов, или, например, на 12 февраля там маме, папе или девушке, там, или парню хотите сделать приятно, то вы ему делаете приятно, а потом идете жарить блины. Это же прикольно, это легко. Это, блин, это супер изи, типа, все ингредиенты, рецепты я выложу в группу ВКонтакте, вот. Подписывайтесь. Я написал, конечно, согласен. Блин, я не знаю, мне всегда так неудобно, когда мне донатить. Я не могу, типа, бабки! Бабки! Хорошо. Все, пацаны, короче, стрим заканчивается. В этом месяце, как бы, я удвоил, так сказать. Ну, он меня тоже от третьего лица увидел.
Так, братан, я свое деревянное говно тоже строю. Ететь, посмотрите, он крепость построил сразу, какую. Обоссанец, а. Че, настолько тебе страшно, что ли? Ничего. А нет, танцевальные гранаты. Откуда у него там гранаты? Он же вышел с такого же дерьма, откуда я? Летите, вот это проблема. Мы захватили цель, Дрозд. Ладно, вот это было смешно. Не попади, не попади, да сучка! Кто-то в спину мне стреляет, да? Пожалуйста, деревья, не надо! Вот так-то! Вот так-то! Блин, а я думаю, что? Ликозет, давай! Давай, братишка! Да ты чё? Через сколько мод запустит? Вы же в одной хате живете? Илья! Через сколько запускаешь? Сказал, чтоб ты в пизду шёл. Извини. Так. Да ёб твою мать, дай дверь-то закрыть. Как дверь-то? Дверь дайте закрыть. Ну что? Ща, там надо прицелиться и ну я... Ну что? Блять, мужик, ну отойди. Я дверь не могу закрыть. Ну что? Ёб твою... Ну что? Пиздец. Я не знаю, что делать. Ну что? Ну что? Ой, блядь. Товарищ, тебя выкинуть можно из автобуса? Ну что тебе забрать? Нельзя нормально ехать. В смысле? Она меня отвлекает. Товарищ водитель. Я сейчас, короче, разгонюсь, товарищ, блядь, выгоню их всех, хуя мы они. Помощь. Второй этаж. Ты убьешь себя? Что-нибудь такое? Зуль, давай на нас. Я мог попробовать. Он справа, он справа. Я знаю. А! Он сказал? Кто сказал? Он справа! Я думал, это мне говорят, что он справа! Я смотрю направо, блядь! Сука! Фавелос!
запишите. Тебе что, флеш хуйдер не надо, блять? У меня есть компенсатор. Oh my god, you are so fucking good. No, I'm not gay. I just managed to find it. Чё, ты not gay? Я говорю, you're good, блядь. На-на. Понял. Ты же ему в голову дал первый, не? Да. Ладно, я, не, я, наверное, играть не умею просто. Учись играть, в... Ходите в этот вонючий нетайр, хилится, блядь. Постоянно! Да, перейти на другую локацию. На-ка, ну-ка, 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 ну-ка. Обманулся стен... Сейчас она живет как в сказке. Если кто-то сделал ей больно, то мы возьмем свои доски и сделаем больно ему. А вы тусовались с Викторией? В пизду. Я скорее променяю свой скид, чем буду тусить с ней. Снюхаемся позже, Джастин. Если еще раз захочешь зафоткать нас, то мы в твоем распоряжении, Макс. Блять. Перевод отличный. Я ни капли не жалею, что ждал так долго. Вот оно письмо. Еще раз. А, это, кстати, тоже заморская игрушка. Это оружие. Это, ну, типа, знаете, как булава. Кстати. Жопа. Полка, полка, полка. Kiss me, полка. Полка twist. Кто украл волосы Полины? А-а. Это что такое? В смысле? Это что сейчас было? Блин, я испугалась, думаю, кто-то... Кто это вообще? Это бот! Здравствуйте! Ты каждый раз смеешься, когда я лицо поворачиваю. Супер милый голос. Вот такой вот. Здравствуйте. Да хватит. Может, парикмахерская? Ну, сейчас проедемся. Но мы не знаем, что произошло, как бы, потому что это... Потому что это что? Что, блядь? Что? Нормальные они, блядь, врачи приехали. Пиздец, это врачи, ребята. Не показалось. Это врачи, что? Я сама охуела. Что?